Может ли вкусная еда повысить иммунитет? Если в вашем рационе свежая рыба и морепродукты, может. Деликатесы Севера и Камчатки, доставленные накануне, вновь в продаже. Но отправляясь за покупками, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Социальная дистанция и маски на лице в наши дни – это обязательные правила работы местных магазинов. Деликатесы Севера и Камчатки в Канске ждут постоянные покупатели. И сегодня они пришли за свежей рыбой и не только, соблюдая все меры предосторожности. Как только объявляют, мы постоянно приходим и покупаем, потому что продукция свежая и как бы долго хранится в холодильнике. Кижуч, балык и форель. Полезна она, видимо, тем, что там есть различные аминокислоты. Она полезна для желудка. Семга, белорыбица, чавыча, тунец и другая продукция из морской и речной рыбы. Для горожан это уже хорошо знакомое украшение стола. К привычному набору добавилась и новинка – нежное филе форели в обвязке. В такой рыбке много белка, йода и так необходимых для хорошего самочувствия полинасыщенных жирных кислот – омега-3 и омега-6. Даже в самом маленьком кусочке представленной здесь продукции – кладезь витаминов группы А, Б и Д. Все вместе – это вкусная еда и хороший иммунитет. Может, поэтому среди покупателей немало людей старшего поколения. Белорыбицу и форель. А вот почему именно такой выбор? Надо все попробовать помаленьку. Но в магазине у нас такого не продается. Сюда приходят не только за покупками, но и рецептами. Горожане охотно делятся ими друг с другом. Напомним, приобрести деликатесы Севера и Камчатки можно в шатре перед ЦУМом до 19 июля включительно. Татьяна Тункусю, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.